О, замечательно. Привет. Слушай, мне зачем-то твой босс сегодня позвонил, когда я уходила. Санта или мэр? Господин мэр, я... Кортни, уже познакомилась с Ноа Трембле? Да. Здравствуйте. Вы, кажется, хотели меня видеть. Проходите. Мы тут пересмотрели бюджет и поняли, что город больше не в состоянии субсидировать содержание городского катка «Овал». Что его спасет? Рождественское чудо. Ладно, я постараюсь это чудо обеспечить. Давай помогу встать. Как тебя зовут? Грейс. Грейс, а я Кортни. Теперь слегка оттолкнись зубцами и скользи. По вторникам и четвергам я занимаюсь детьми ее возраста. Приходите. С Рождеством! С Рождеством! Я понятия не имел, что город собирается закрыть «Овал». На что я надеялась? Мне ни за что не собрать 135 тысяч долларов. Привет, Кортни, это мой папа. Это ты? Найдешь время на кофе? Этот парень всего лишь самый завидный жених всего Вустера. И владелец скрытого ледового комплекса. Главная причина, почему «Овал» закрывают. Может, объединимся в поисках способа спасти «Овал»? Что ты предлагаешь? Запустить кампанию рождественских поздравлений. Завалим его стол открытками. Это не изменит того, что нам не на что содержать каток.